Сегодня четвертый тур. Ну, как вы видите, погода нас не очень радует, хотя для шахмат, возможно, это самая та погода, которая должна быть во время турнира. С утра шел дождь, я хотел сказать небольшой, да нет, он был солидный, нормальный дождь. Вот сейчас немножко просветлело, температура градусов 15, наверное. И сейчас многие шахматисты спокойно, не завидуя тем, кто не играет, может сидеть и готовиться, и не выглядывать в окно. Ну, а я зайду сейчас в игровой зал. Во-первых, там у меня скачивается очередная порция вчерашних видео. Посмотрим, что происходит сейчас. 11:52. Доброе утро. Ваш сын играет сейчас? Посмотрим, как он играет.